Сейчас мы пойдем на кожевную фабрику, которая в наших службах включена. Ее название. Hola. Hola. Si quieren pueden visitar la fábrica. Allí tienen el toilet, la fábrica. Hola, buenos días. Hola. Общий план. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Ну, здесь, похоже, изготавливают обувь, судя по внешнему виду. Станочки. Давайте посмотрим, что здесь за станочки. Довольно интересно посмотреть. Станочки я еще не видел. Вдалеке там цеха, я так понимаю, где делают обувь. Тут огорожена веревочка, поэтому туда не пройдешь. Кому будет интересно, можете сделать стоп-кадр и прочитать, что за станочки. Тут надо, даже на русском языке есть надписи, описание. Сейчас зайдем в обувную, посмотрим, что там есть интересного. Продолжаем наше путешествие. Сейчас мы по обувному походим. Так, здесь какой-то еще станочек. Ну и обувь пошла. Обувь, сумочки, ну, все, что связано с кожей. Вот сумочки тоже красивенькие, я вижу, есть. Есть цены-то на них, нету? А, есть, вот 78 евро. Допустим, данная сумочка. Ну, тут. Вот обувь разная есть. Так, цены здесь не вижу. Может, и есть где-то цены. А, есть, кстати. Ну, к примеру, вот 139 евро. Не знаю, дорого, недорого. Кто же разбирается в обуви, те могут посмотреть, сказать. Те, кто будет на этой экскурсии, по крайней мере, будут ориентироваться, что есть по дороге. Все цены, конечно, мы здесь не посмотрим. Слишком здесь очень много всего. К примеру, вот 59 евро, например. Босоножечки такие. Сумочки разные. Много чего интересного. Например, вот такая сумочка. 119 евро стоит. Сапожки разные есть. Возьмем какой-нибудь любой, например. Что у нас тут написано? 69 евро. Тут, оказывается, не только кожа, но тут есть еще и всякие шубочки. Ух ты, приятная на ощупь такая, хорошенькая. Ну, наверное, стоит тоже прилично. И, ого, 1590 евро. Поэтому она мне и понравилась. Хотя я цену до этого не знал.
много симпатичного тут всего есть. Вот даже такие классненькие штучки. Тоже, наверное, где-нибудь полторашка будет стоить, сейчас посмотрим. А не, 990. О, почти даром. Куча всяких сумок. Я понимаю, все кожа идет. Ну, к примеру, это что у нас? 159 евро. Много здесь всяких кожаных вещей. Обуви, смотрю, тут тоже достаточно много. Ну что нам, давайте, например, какие-нибудь туфельки посмотрим. Ну, допустим, со шнурочками. Так, а цены-то не мась. Так, что-то я цены не вижу. Ну, так, а вот это, например. Ну, например, вот эти вот, 79 евро. Такие вот туфельки, к примеру. Вот со шнурочком какие-то нашел. С чего они у нас? 89 евро. Тут обуви очень-очень много, я смотрю. Выбрать можно, есть что выбирать. Это у нас кожа или замш. Так, что-то я цены здесь не вижу. Ну вот, например, 149 евро. Так, похоже, что кожа. Ну да. Женская обувь. Перчаточки здесь имеются разные. Какие-то перчаточки, к примеру, почем они? 59,90. Кошелечки тут еще разные есть. Что бы нам тут вытащить, посмотреть. Что бы я вот, например, был, приглядел бы, даже не знаю. Но вот что-то вытащил. Есть ли цена на него? Есть, да. Цена 29,90. Кредитные карточки можно разные положить. Да, много всяких отделений. Цены, я думаю, приблизительно одинаковые здесь на все кошелечки. Вот какие-то мобильники или что. Еще сумочки разные. Какую бы сумочку выбрать, даже не знаю. Ну, к примеру, какая-то красная сумочка есть. Мне неудобно доставать. Кстати, есть цена на нее. А что у нас стоит? 89 долларов. Ой, евро. Белые еще сумочки тут имеются. 88 евро. Вот такие вот сумочки, например. Что еще? Часики разные продаются. Я еще тут есть, но я не продаюсь. На меня денег не хватит. Вот, тут еще разные бижутерия. Цены разные, тут 18. Все такое. Так, что у нас тут еще есть? Шкура какая-то.
О, сразу две сумочки девушка решила купить. Видите, две зеленых взяла. Зачем ей так много, не пойму. Так, вот еще. А вот еще шкура какая-то. Шлёчек какой красивый. Шлёчек красивый. 44 евро. О, побольше, чем я до этого показывал. Так, дело в том, что он еще с этой стороны. Да, видите, какой удобный. Так, здесь опять кошелечки. Ну так, тут вообще куча всего навалено. Всяких кошелечков. Это опять бижутерия. Всякие бусики, мусики. Ну, например, вот эти бусики. Что у нас они тут? 23 евро. Тут можно покушать, выпить, перекусить, кто проголодался в дороге. Ремешочки разные тут есть, кожаные. Ну, к примеру, что бы посмотреть. 29,90. Какой-то лаковый такой ремешочек. 29,90. Ну, похоже, они в районе 30 евро стоят ремешочки здесь. Так, сумочки. Еще сумочки. Какие-то интересные сумочки. Ого, 199 уже стоит. Большая, наверное, еще подороже. 249 такая вот стоит большая сумочка. Тоже и симпатичные сумочки такие. Цена у нас сколько? 225 евро. Но то, что больше нравится, и цена, соответственно, тоже больше нравится. Еще какие-то ремешочки женские, по ходу дела. Сколько они у нас тут стоят? 29. Пошире, наверное, подороже будет. 29,90. Вот тоже ремешочки, сумочки. В принципе, я так основное показал, что здесь имеется. Еще какая-то сумочка тоже симпатичная, дамская. Сколько она у нас будет? 199. Блин, как симпатично я скажу, так дорого. Шарфик прикольный. Комплект, интересно, идет или нет. Вот тоже сумочка такая необычная, с каким-то прибамбасом. Или это как украшение, может быть, лежит, или, может быть, с ним идет, не знаю. Вот что-то. Ремешок еще какой-то идет. 46. Ну, я думаю, что это только ремешочек 46 стоит. А цена сумочки, это, наверное, совсем другая цена будет. Вот, прикольные сумочки тоже, да, Света, такие? Вот. Посмотрим, сколько это стоит, например, 199 евро. Сумочки такие маленькие, тоже симпатичные. 139 евро. Ну, тут еще бижутерия разная тоже имеется. О, 4,50 все вот эти колечки стоят. А это серебро или не серебро, не знаю. Свилана. Ну так эти чуть. Так, а вот тут есть 9,90, 4,50. Ну, в принципе, вот в целом такая информация. Вроде бы я все показал. Кому понравилась информация по магазинчику, ставим лайк, оставляем комментарии, подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу экскурсию.